Понизить размер курортного сбора просят власти Белокурихи. Предложение прозвучало на совещании в Краевом законодательном собрании. Предлагается снизить плату для туристов с 50 до 30 рублей. Тех средств, что поступает в фонд курортной инфраструктуры и, соответственно, бюджет города на дальнейшее благоустройство, мы считаем достаточными. Это достаточно серьезное вливание в бюджет и в город. А повышение курортного сбора, прежде всего, негативно отражается на наших клиентах, на наших отдыхающих. Напомним, эксперимент курортного сбора в крае стартовал в мае прошлого года. На развитие туристической инфраструктуры Белокурихи планировали собрать 20 миллионов рублей, но собрали на 600 тысяч больше. Поэтому тариф решили снизить. Инициатива внесена на рассмотрение депутатов законодательного собрания. Когда ее вынесут на обсуждение, пока неизвестно.